дорожные организации вовсю готовятся к старту зимнего периода. Как идет работа, расскажем далее. Примерить на себя роль ведущего новостей, а может снять свой первый сюжет, пусть даже и на телефон. Расскажи о главном. Это медиа-площадка образовательного интенсива «Школа Актива» в рамках движения первых. Здесь школьники узнавали о тонкостях работы в журналистике и на практике погружались в профессию. А помощниками стали сотрудники нашего телеканала. Сегодня прямо здесь, в этом холле, ребята создали свои медиа. Они придумывают новости, они берут интервью, снимают на телефоны сюжеты, и это очень круто. Мы решили взять небольшую интервьюшку у наших участников команды про из какой у них школы, какие у них школьные мероприятия проходят, как они вообще относятся к школьным активностям, скажем так. Распределились по ролям. У нас есть 2 сценариста, 3 корреспондента, 3 видеооператора, 1 монтажер. Мы любим движение первых. Мы будем смотреть про него. Всего в рамках школы актива работало 4 образовательных площадки. Там со школьниками прокачивали лидерские и коммуникативные навыки, ораторское мастерство. Все это необходимо настоящему лидеру российского движения детей и молодежи «Движение первых». И они учились сегодня быть одной командой, они учились узнавать себя как лидера, они учились, как это нужно вести других за собой. Полностью округ мы задействовали, видели и Давыдовский лицей, и Кинодулевский лицей, это и наша школа, и Дрезна, и Верия, то есть чтобы все ребята имели возможность вот прийти, пообщаться и понять, что это не только в вашей школе, а это вообще такой всероссийский классный проект. Всего в школе актива Орехово-Зуевского округа приняло участие более 200 школьников, участников российского движения детей и молодежи «Движение первых». Теперь ребята будут применять новые навыки и знания в своих первичных отделениях и успешно реализовывать проекты «Движение первых».